Всем привет, с вами я, Apple322, и сегодня мы будем играть в Team Fortress 2. Это исключение, ведь на канале вообще я буду практически всегда играть в Garry's Mod, ну там, какие-нибудь карты открывать или снимать тот же Привет, сосед. Но сегодня будет опять исключение, и мы сегодня будем играть в наш старенький Team Fortress 2. Ну, чисто потому что мне кажется, что большинство аудитории моих зрителей нравится эта игра, поэтому... Чисто поэтому я решил поиграть в это. Так бы я играл сейчас в Garry's Mod. Да и тем более, черный бластер снимает Team Fortress 2. Блять, там это снайпер был, точно. Да, снайпер. Он снимает тоже он тоже снимает Garry's Mod. И снимает Team Fortress. Я подумал, почему бы мне тоже так не сделать. То есть совсем редко я буду снимать Team Fortress. И практически всегда буду снимать Garry's Mod. Потому что я уже точно прям... Вот я прям точно уже полностью... Прям полностью знаю, какой мне использовать. Ну, то есть, в какую игру я буду играть на своем канале. И, как вы поняли, я решил, что это будет не Team Fortress 2, а Garry's Mod. Так что редко все же я буду играть. В этот самый наш любимый ТФ-2. Так, нам нужно найти какую-нибудь опять крысу в виде снайпера и застрелить ее нахрен. Почему я не люблю выходить через вентиляцию? Потому что там вот это дерьмо может быть. Крыса! Вы помните, по стриму на Тифорсе я говорил, что отличается от крысы и что отличается от нормального игрока. Так вот, я этот был крыса. Потому что на чужой базе стоять и пулять, это как-то вообще прям нечестно. Так, идем сюда. СМГ берем. Я ж тебя замочу, парень. Ну что, получил, дурень? О, блин. Я обосрался. Я вижу, кто где, когда. Сука. Блядь. Я вижу шпиона. А, вот сюда забрался. Ёпта. Кстати, сейчас я засниму Team Fortress и сразу же буду снимать очередную серию в Garry's Mod, но только не Привет, сосед. Потому что если я буду делать много раз Привет, сосед, то тогда... Так я хочу этот сериал сделать как бы побольше, чтобы он прям был продлительный такой, но если я буду делать прям очень быстро новые серии, тогда он быстро и закончится, поэтому... Я решил просто еще там исследовать всякие карты в Garry's Mod. Ну, вот сегодня я буду исследовать какую-то карту в Garry's Mod. Нечестно! А знаете, в чем прикол Team Fortress и Half-Life? Ну, думаю, все знают этот прикол. То, что Team Fortress и Half-Life были сделаны на одном движке. И от одной компании. Это просто факт. Ну, думаю, все этот факт знают. Даже не надо было его говорить, мне кажется. Потому что этот факт, мне кажется, все знают. Так. Что-то я перепутал между задом и... А, вот все. Просто я не вижу свою клавиатуру, чтобы нормально стояла камера. То это будет жопа. Тут у тебя шпион. Сука! Нет! Блядь. Fuck you, bitch. Думаю, мне нужно немножко поближе камеру поставить. Ну, чтобы было хоть не как-то по-бомжеварски. Я знаю, вот даже не говорите то, что я похож на бомжа, ну, типа, потому что, типа, я не могу, мол, крякнуть бандикам. Нет,
Я уже крякнул бандикам, но дело в том, что грёбаные видео с бандикам, они у меня не вылаживаются на этот канал. А мне на какой нужно вылаживать видео? Правильно, на этот канал. Поэтому не обессудьте. Он нас захватил, он нас взял в кольцо. Ты крыса, бля. Но я вообще, тут вообще я зря взял снайпера, поэтому... Вот, чтобы играть за снайпера, нужно подбирать хорошие места. Тут нету никаких хороших мест. Так что, не обессудьте, если буду за него хренать, играть хреново, потому что, ну, тут место чисто для него не подходит. Тут хорошее место для шпиона, для скаута, но никак не для...